передашь девчонку, и долг будет прощен. Элизабет, ты меня слышишь? Это любви. Мой отец мечтал об океане огня. Нам дали это, но мы превратили его в Содом. Разве мы заслуживаем спасения? Господь дал Ною рыбу, наслав потоп. Но со мной он был строже. Он сказал пророчество: подготовь мне народ рыбаков. Что это за место? Что вы хотите сделать со мной? Нет, нет, нет.
Вот черт! Надо как-то туда попасть. О! Так, слушай, я просто хочу увидеть девочку. Да что... Неважно, кто это был. Мне надо в кабинет директора. Что? Что это за место? Просто береги ты меня в мою башню. Слишком поздно, дитя. Твой отец дал тебе такой чудный дом, но ты все разрушила. Он мне не отец. Я полагаю, что сифон – нечто вроде поводка. Да. Мой отец надел его на меня. Но когда вышел срок, я сама не стала его снимать. Что если без поводка я окажусь столь же покорной, как с ним? Дитя, помолишься со мной? Они делают мне больно. Пожалуйста, отпусти меня. Мы исцелим тебя. Я здорова. Твой дух болен. Я хотел всегда лишь одного, чтобы ты раскрыла свой потенциал. Наш разум с рождения объят грехом. Некоторые столь дики, что никогда не найдут прощения. Разум нужно вырвать с корнем. Моих детей не за что винить. В них нет порока, и у них нет выбора. Ибо в чем ценность воли, если дух... Короче. Элизабет, я доктор Петтифок. Я о тебе позабочусь. Убирайтесь. Пойми, наконец. Дэвид просто бросил тебя. Не надейся, милая. Он не вернется. Он придет. Thank you.
Особь следует уничтожить. Мы не удержали ее даже в башне. И пророк... Уничтожить Агнса? Наследницу? Изменив процедуру, мы могли бы... Будет похоже на несчастный случай. И безопасно. Дитя готово. Пора. Даже если мы ее исцелим, вряд ли она будет слушаться. Моя дочь страдает от двух недугов, доктор. От одного ваша наука ее избавит. Второй – болезнь духовная. И какая же? Надежда. Операция назначена на завтра. Поешь. Все ждешь, что сюда ворвется Дэвид и спасет тебя. Уже полгода прошло. Полгода?
Передашь девчонку, и долг прощен. Но в конечном итоге именно ему придется платить по всем нашим счетам. Где начинается его вина и кончается моя? Один человек обещал мне освободить меня от моих цепей, но потом бросил меня ради своей собственной выгоды. Хотя в чем-то я ему даже благодарна. Он показал мне цену веры. Господь, как и я, поверил в людей и разочаровался. Я не всегда любила пророка. Я бежала от него. Отрицала, что я его дочь. Я пошла за человеком, который воплотил в себе все то, чего не было в моем отце. Но это был ложный пастырь. И когда за мной явились волки, он бросил меня. День за днем я все меньше верю в Бога и все больше в Лютес. Моя сила увядает, уступая место сожалениям. Во всем этом виноват отец, он подвел меня. Когда я поняла, как далеко зашла, было слишком поздно остановиться. Но остался последний шанс искупить вину для нас обоих. Переключатель.